Всем привет, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Сегодня у нас третий раз уже загуляла елка. Два раза осеменяли быком, покрывали, но так и не покрылась. Вот сегодня опять она у нас загуляла. И решили опять выпустить бычка, опять попробовать. Ну вот сейчас покажу, как это все происходит. Так, вот у нас наш бычок. Так, вот она елочка. Ну, Зоря у нас еще не отелилась. Ну, вот-вот уже должна. Уже мы подходим. Маленько осталось. До 17 июля должна. Вымечка уже набухает у нее. Видите, уже вот. Ванночка, да, Зоря? Рог сломала. Так, а вот елочка. Та самая выросла наша красавица. Так, ну сейчас остановлю. Когда их выпустим, вам покажем. В общем, вот так вот мы боремся. Еле-еле зацепили на рога матросу. Еле-еле на рога матросу зацепили эту веревку. Потому что он неуправляемый уже. Елку снимай. Ладно. Уходи, уходи. Так, мы его отвязали. Елка у нас тут. Не подойти, потому что он может. Ричи, дай, уходи, Ричи. Уходи. Да, тяжелый труд. Последний ты, сука, год здесь живешь, блядь. Ты, сука, удел, сидела. Ой, блядь, столько дел. Уходи, отойди ты, блядь, от меня. И это веревка, блядь. Палочку возьми. Так. Вот так отпустили. Уходи отсюда. Уходи отсюда, вас сказал. Ты мне говоришь? Уходи, блядь, отсюда. Ну, в общем, вот так. Вот так вот мы Джерри осеменяем уже третий раз. Нашу елочку никак не получается. Семени у нас нету. Приходится вот так быком мучиться. Вот он. Видите, упала. Упала. Он, наверное, слишком тяжелый для нее. Видите как? Ой, елочка, давай уже забеременей и все, и не будем больше тебя мучить. Так, ну вот, вот так и все у нас происходит. Может, кто-то знает другой вариант, кроме семени. Подскажите, пожалуйста. Всем пока. Добренький нам бычок. А это же вообще зверюга. Спасибо, что вы вместе с нами. Женя, он запутался веревкой.